конкурса «Мисс Дюймовочка» стала Кристина Кашина. Я же тебе говорила, Кристина королева, а ты не верила. Да. Теперь у нас королевская семья. Кто их сюда пустил? Кого? Моталку. Светочка, не расстраивайся. На самом деле ты самая красивая. Если бы я была в жюри, я бы тебя выбрала. Светлана, не забудь вернуть платье. Ну, просто сегодня мне повезло больше. Приходи 14-го, у меня день рождения. А нас вы не приглашаете? Приходите, я буду очень рада. Спасибо, мы обязательно придем. Светочка, вы не откажетесь с нами выпить шампанского? Не откажусь. Только за что пить-то будем? Я не королева. За принцессу? И за любовь? Ну как я тебе? Ну, класс! Да я такого даже в бурде не видела. Какая бурда? Это у них журнал для домохозяев. Хоть прими. Конечно.